Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Тема сегодняшнего разговора... нет, это не Проспера горит и Магнус плачет, как ни странно. А сегодня мы поговорим о следующих армиях, которые я буду собирать. Вархаммер 40 тысяч, благо подписчики просили меня осветить эту тему. Сегодня такие вот у нас посиделки у костра, живое включение. Ну, коротенечко выскажусь по этому поводу. Значит, в общем-то, я думаю, а чё нам... Буду собирать сразу две новых армии. Первая — это такая, в хорошем смысле этого слова, мечта моя идиота. Все-таки я хочу дособрать Дезвинг. И прямо-таки у меня все есть для этого. И есть модели на конверсии. Для, я думаю, покажу и покрас, какой будет. И все в таком духе. Белялы, естественно, как самый true хардкорный фанат Дезвинга, я, естественно, покупать готового не буду, буду конверсить. Вот. А вторая армия — это, да, Пожиратели миров. Будем готовиться. Я надеюсь, что в следующем году мы получим новый кодекс. Ну, как новый. Единственный пока на данный момент кодекс, потому что сейчас нет никакого вообще кодекса Пожирателей миров. Будем потихоньку готовиться. И что можно подсобрать уже сейчас? Я думаю, это демоны, естественно. Они у меня есть в наборчике. Демоны Кхорны и демоны Сланыш. Вот, подсобираем демонов. Они подойдут в любой ростер в любом случае. Ну и опять же, они мне пригодятся в Age of Sigmar. Может быть, технику, пару именных лордов с конверсием, что-нибудь такое. А там, надеюсь, в следующем году выйдут Пожиратели миров, и мы уж соберем нормальненький такой вот ростер. А, значит, чтобы никому не было обидно, буду разбивать эти тематики, не знаю, либо по неделям, либо как-нибудь по дням. Например, в начале недели будет про Дезвинг, в конце недели про Пожирателей миров. Сестрички Хаоса не то чтобы в паузе, но там надо прям все делать как-то очень основательно. Но я хочу, честно говоря, заняться Дезвингом и пожирашками. Но такое вот краткое вступление. Следите за анонсами на канале. Ну а я пока немножко почилю. Чего я вам желаю. До новых встреч. Пока-пока.